Всем привет, ребят. Ну что, продолжаем трешечок. Сегодня я буду пробовать проходить, опять же, с ракушками героя уже на английском сервере. Вот такая у меня сборочка. Бигфутик тоже прокачан, Анубис. Дерево тоже планирую на девятку. Насчет ворожея пока сомнения есть. Асурик, который мне понравился. И Седна. Вот такие вот герои у нас. Плюс Ожива. А там, где есть Ожива встроена, там у нас дар жизни, вот как на Анубисе. Ну, думаю, все-таки дерево докачать еще на девятку для PvP локаций и докачать ворожея пока под вопросом. Ну, а потом займусь уже прокачками героев с Оживой. Так, окей, поехали, посмотрим, что там у меня сегодня на битве гильдий. Ну, просто красавчики, сливы. Где-то процентов 70 это сливы сегодня. Что на китайке, что здесь. Так, окей, поехали, смотрим. Сейчас, может, и мы сольемся. Я, в принципе, не особо собираю героев. Хочу чисто потестировать ракушку. Так, 341. 360. Походу. Да, одного здесь и 4 там. Поехали, смотрим. Интересная расстановка, фрай есть, но тут, конечно, придется заморачиваться против фрей. А может, даже и не затащим. Видите, да, фрай просто тупо всех развалила. Без шансов. Окей, если попробуем всех вместе. Ну вот как-то так, ребята, вот так вот ракушка работает. Единственное, что Фрейя все равно нас всех ушатала. А ну без Фрейи тут ничего не сделает. Смотрите, питомцы опять баги. Но героя, конечно, прикольненько посливались его герои. Ну у меня тут на героях и чары не доделаны так, как надо, и созвездия. Так, 27%, 50, ну вроде налегке затащили. Как видите, со второго раза просто тупо в лоб ракушки тащат. Даже с деревом, которое дает понижение, потеряли одного юнита. Так, окей, поехали следующего, смотрим. Ой, тут тоже отлично. Так, надо как-то их так сгруппировать. Бигфута, конечно, неохота вытаскивать сейчас, но попробуем так, без Бигфута. Вот без Бигфута тоже, в принципе, у нас осталось только Фрейя. Ну, я думаю, она тут тоже не выживет. Не должна, по крайней мере. Не, ничего себе, восстанавливается. Посмотрите, как еще и восстанавливается. Ну, что я могу вам сказать? Вот так вот. Ракушка, в общем, тащит. Даже прикольно очень. Мне нравится. Конечно, надо иметь оживы хорошие под нее и прокачки. Но у меня тут, честно скажу, по героям, ну, по чарам сейчас посмотрим. Так, кто там у нас? Анубис слился. Анубиса слили. Тут, конечно, топовая чара стоит. Тут, как видите, на архидемона с отражалкой. Ну, вот на дереве доспех стоит. Ну, дерево, в принципе, чисто для реса надо. Доспех. Надо будет переделать чары. Еще хочу потестировать другие чары. Тут, опять же, и тут доспех. Так, окей, поехали дальше. Следующий топ, кто там у нас? Так, тут у нас есть Огник и Фрейя есть.
тут будет интересно. Надо как-то так попробовать. Смотрите на стрелка. Стрелок практически ушатался. А попробуем через Фрейю. Ой, отлично. Практически Фрейю ушатали. Смотрите, Фрейя даже никого и не слила, по сути. Жесть. Да, шансливо, ребята. Как видите. Нифига себе. До свидос, Огнекрыл. Жесть. Я офигею, вот это да. Я думал, что мы уже сольемся, нифига. Огник просто тупо сам себя убил. Круто. Причем я не делал ставку на дерево, что дерево будет. Оно наоборот должно мешать, по идее. Потому что понижает отражалку. По идее должно понижать, так как дает деф. Интересно. Так, ну что, следующий топ. Так, тут тоже интересные герои. Стрелок. Фрей и Огника я не вижу. Ой, у меня не все герои. Кого я не взял? Бигфута. Так, ну давайте попробуем. Ого, ничего себе. Ничего себе, так залп дали. Ну, смотрите, что с ними сейчас будет. Или не будет. Неплохо. Ну-ка попробуем с этой стороны зайти. Сразу же всех выкину. Конечно, моим таким составом опасно бегать. Потому что тут у меня куча. Ну, смотрите, затащили мы их. Ой, не тут топ. Надо поубирать ассасинов отсюда. Ну, вариант довольно-таки неплохой. А, кстати, нифигово так дамажит. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот как-то так. Жесть, короче. Просто тупо налегке. Бугимен, конечно, дамажит нехило, но, как видите, посливались все. Ну и что, последний топ? Ну, как-то печальный топ. Ладно, попробуем с Уриком тут. Посмотреть, что получится. Вот там Фрейя сливает. Фрейка, конечно, мешает. Попробуем через Фрейю. Жесть, что он творит. Такой вариант вообще супер. До свидания, Фрейя. Вот смотрите, как они сейчас будут, особенно ворожей сейчас должен сливаться вражеский на ура. Вот раз и все. Жесть. Бигфут разобрал ворожея. Точнее, ворожея разобрал Бигфута, наверное. Ну вот как-то так. 5347. Не меняя ничего, ну не знаю, мне понравилось. Даже очень, наверное, надо будет
Затестить Анубиса такого, пишите в комментах. Дерево сделать максималкой. Ну а насчет ворожая, не знаю, вопросы есть пока, но неплохо смотрится. Но мне нравится дар жизни рунами. Получается плюс 80% к жизни, также 50% снять бафа с трех ближайших вражеских героев. В принципе, как рунами, как идеальный вариант, наверное, для ракушки, конечно, если у героя есть рез. Так, неплохо, неплохо. Что там, мы вышли в топ? Неплохо, так надо добить 520, новый титул. Все, пишите комменты, подписывайтесь, как обычно, лайки, ждите обзорчики, следующие девяток. Всем удачи, всем пока.